27 января руководству, преподавателям и студентам Крымского федерального университета представители корпорации ДНК презентовали мультимедийную технику, которая с каждым днем все более необходима для образовательного процесса. У нас есть факультет журналистики, да, мы предполагаем филологический факультет, это потенциальные кадры, которые сегодня идут в средства массовой информации, да, и педагоги. Они нуждаются в новых технологиях, в показе, в демонстрации. И пока у нас таких возможностей нет, но я думаю, скоро появятся, чтобы работать вот на суперсовременной, современной технике и уметь ею владеть. Вот самое главное. Встреча прошла на факультете славянской филологии и журналистики Таврической академии. Мы сегодня увидели фактически, как технически это можно сделать. Как создать действительно единую среду, которая будет выполнять и образовательные задачи, причем для любых образовательных программ и социально-гуманитарных направлений подготовки, естественно, научных, инженерных, медицинских и так далее. И мы увидели возможности единой системы для решения задач информационного плана, для создания реального единого информационного пространства, что для нас особо актуально, учитывая то, что Крымский федеральный университет имеет не просто распределенный кампус, а не имеющий, наверное, аналогов в Российской Федерации распределенный кампус, имея в виду наши филиалы от севера до, от крайнего, я бы сказал так, севера до крайнего юга Крыма, Ялта, Армянск и так далее. Уже ни для кого не секрет, что внедрение новейших технологий позволит улучшить концентрацию внимания и повысить уровень восприятия учебного материала студентами. Надеемся, что эта встреча станет точкой отчета для дальнейших совместных проектов.